Знаменитый розарий Ривьера был разбит еще в 50-е годы. Первые экземпляры поставляли из Венгрии. Сейчас саженцы закупают в питомнике Фанагории. Всего на территории парка растет почти 3500 кустов роз разных сортов. Они будут цвести все лето. Напомню, что насаждения Ривьеры сильно пострадали после смерча 2013 года. Было утеряно больше сотни деревьев, но сейчас практически все зеленое хозяйство восстановлено. Сейчас мы высаживаем кипарисы, магнолии, дерево гинга. Несмотря на то, что сегодня мы сажаем деревья, мы это делаем постоянно. То есть вот на протяжении уже там последних 5-6 лет мы высадили где-то порядка 150 деревьев. И они очень успешно приживаются, растут. Также в парке сейчас каждый день проводят масштабные уборки. Уже покрасили забор, заменили у скамеек доски, поставили новые урны для мусора.